Члены участковых избирательных комиссий нуждаются в переобучении. Это показали предыдущие выборы. Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана обсудили этапы учебной программы. На совещании присутствовали представители избирательной комиссии и организаторы выборного процесса в муниципальных районах. Очный курс обучения дополнит дистанционное, а также онлайн-занятия. По итогам будет проведено тестирование. В общей сложности подготовят 44 тысячи человек. Учеба начнется 7 ноября. Проходит учебу председателей, заместителей и членов участковой комиссии, также секретарей участковой комиссии. В чем заключается? Заключается повышение правовой культуры, знание избирательного законодательства вновь образованных избирательных участковых избирательных комиссий.